Расскажите, пожалуйста, чему был посвящен сегодняшний день? Льда не было. Ну, сегодня такие короткие собрания были, по звеньям таких тактических моментов, в двери плей-офф обсуждали, разбирали, вот, чтобы так немножко привести уже все в порядок перед плей-офф. Вот. Ну и легкое занятие, не тяжелый день, да, больше эмоций набираемся. Как сейчас самочувствие? Все-таки перелет, трехчасовая разница во времени была. Ну, немножко так пока, да, плавно во времени, потому что после Уфимского сразу в Ригу, то есть 3 часа разницы, 10 час назад, немножко так пока тяжеловато, ничего, все страшно. Хорошо, что есть время, да, через день игры, поэтому так нормально. Ну, есть время перестроиться, так построить график. Следующий соперник — Омский «Авангард» в этом чемпионате. Такие игры напряженные с ними. Что ждать в следующей игре с ними? Да, я думаю, тоже напряженная игра, будет хорошая игра. Я думаю, в принципе, там есть за что бороться, потому что там второй микрофон будет. Есть за что бороться, же за лидерство конференции, это все понимают. Ну, так в преддверии, я думаю, так ожидание такой тяжелой игры. Ну, вот осталось 2 игры до окончания регулярки. Есть шанс улучшить положение команды в таблице, ну или закрепить его. Насколько важно одержать победы вот в оставшихся матчах, или уже мысли о плей-офф? Ну, мысли и о плей-офф, и о победах, а почему нет? То есть это одно другому не мешает как раз к плей-офф подойти. Во-первых, те игры с хорошим соперником, да, чуть почувствовать уверенность, проверить себя как раз. Ну, отличная проверка, да, 2 соперника. «Авангард», вот, понять, так проверить себя, где чего не хватает, может быть, где всего хватает, почувствовать уверенность тогда. Вот, поэтому побеждать надо.